Всем привет! Я решил снова покопаться в своих любимых погодных приметах. Оказывается, эта желтая листва не только красивый фон для фотографий, но еще и индикатор приближения зимы. Мудрость гласит, раз листья желтые уже, но до сих пор висят на деревьях, значит морозы наступят не скоро. Есть еще одна примета. Если сегодня солнечно, а сегодня действительно очень яркое солнце, то значит в ближайшее время резко изменится погода, и синоптики с этим в целом согласны. Вплоть до пятницы днем у нас около 5-6 градусов, ночью, к концу рабочей недели вообще минус 5, а на выходных, кстати, можно будет немного прогуляться, потому что пока синоптики обещают без осадков погоду, ну а днем вообще около 12 градусов даже. И давайте о погоде на завтра поговорим. Ночью небольшой дождь возможен, но тепло, около 8 градусов. Днем без осадков, потеплеет до плюс 13, но ожидается, конечно, порывистый ветер. Всем хорошей погоды, пока!